А теперь я пропою вам песню «Три желания». Ура! Шелкнишка по опушке, сам не знал куда. Не прыгай. По пути поймал лягушку около пруда. Там, закрыв глаза, прошептала вдруг: отпусти меня. Я помочь буду рада, и в награду исполню три желания твоих. Ты что такое? Не пройдем не мог, и на первый случай выбрал золотой мешок. Он теперь богат, но сумели рад. Деньги его жизнь превратили в ад. Требуй, что тебе надо, я помочь буду рада, и награду исполню два желания твоих. Должен мне добиться власти на краю родном, и проводит наш парнишка, ходит королям, но не в этом дискотековали. Милая лягушка, сердцу помоги. Вместо денег, вместо власти я хочу любви. Лягушка, миг изменила миг перед королем. Вот, тоже ночь. А теперь мы идем в столовую. А теперь мы идем в столовую. Первое. Покажи, что мне это интересно. Первое.
Да-да. А теперь мы будем мыть ручки. Дети идут мыть руки. Вот у нас кухня. Тут готовится что-то вкусненькое. А теперь намыть ручки. Вон мылка. Так, а теперь пойдемте кушать, дети. Рассаж. Так, дети, я вам помогу рассадиться. Так, Тусеночка, сюда садись, моя красивенькая девочка. Самая красивая. Так, ты теперь белочка садится, пусть за столик кушать. Тусечка, белюсечка. Уже сели. Теперь Златочка, наша красавичка, садится. И Лизочка. Златочка, сядь, не ложись. А теперь сейчас принесут сок. Я принесу напитки из кухни. Я возьму твою чашечку и налью в нее клубничного сока, Тусечка. Хорошо? Твой клубничный заказ готов, моя девочка. Так, тебе тыквенный. Тебе тыквенный? Да. Полную себе чашечку. Тебе, девочка, чего? Просто вот немножечко клубничного, разведенного с водичкой, пожалуйста. Разведем-ка с водичкой. Девочка, пей свой клубнично-водный сок. Спасибо. Ой, ведь у нас же нету чем все перемешать. Я пойду схожу на самую главную кухню и возьму что-то подходящее. Так, что тут у нас? О, нашла ложечка. Вот это хорошая ложечка. Вот это такая у меня ложечка. Я в ней все помешаю. А то вот этот сок поменял цвет. Краситель. А упал цвет. Сок под заказ.
странички немножечко на нем. И твой заказ готов, девчонка. Вот такой у нас клубничный сок. Нам пришло привидение. Так громко нельзя. Давай, хай раздай же конфеты привидение. А я раздам-то. Вода, осторожно. Давай быстрее, Злата, уже. А теперь привидение нам раздаст привиденинских конфет. Каждому ребенку по конфете. Так, а теперь привидение нам раздало конфет, и была развлекательная программа. То наш утренник, типа утренник, будет уже скоро закончен. Так, каждому по конфете. Спасибо, привидение! Привидение, станцуй нам, пожалуйста, танец! Давайте, привидение, станцуйте нам танец. Классно! Молодец, привидение! Спасибо, привидение! А теперь всем пока! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки! А привидение вам было страшное? Это напишите нам в комментариях! Всем пока!